Юноармейское движение из года в год неуклонно развивается. На начало февраля в нем больше 150 отрядов и 4000 ребят. По охвату республика один из лидирующих регионов Северо-Запада. Уже через несколько недель движение в Коми получит серьезное подспорье. Открытие Дома юнармии – это очень большой шаг к развитию движения. Это место, где юнармейцы смогут собираться, проводить слеты, сборы актива, совершенствовать те советы, которые у нас создаются. И, в принципе, это систематизация всей работы в регионе. Устройство дома – задача, поставленная нашему Министерству образования федеральным центром. Здесь должна быть самая активная патриотическая работа, а также на должном уровне проводиться начальная военная подготовка. Открытие запланировано уже на следующий месяц. У нас технические строительные работы закончены, сейчас идет работа над получением лицензии. Так как это у нас будет центр дополнительного образования, такая работа у нас подвергается лицензированию. Патриотический дом оснащен всем необходимым для прохождения курса юнармейца. Учебное оружие, сейфы, специальный инвентарь. В дальнейшем появятся даже электронные тиры. Это непосредственно самый простой миноискатель, который может быть. Он цифровой. Здесь у нас изображены предметы, которые мы можем сейчас искать. Это чермет, и по цветам мы, получается, определяем, что там может находиться. Но он простой, то есть не профессиональный, он простой, потому что для детей он будет самым таким ходовым. Тренажерный, актовый, спортивный зал и даже свой скалодром будут в распоряжении юнармейцев. Дом должен стать ключевым звеном в республиканской программе патриотического воспитания подрастающего поколения. Евгений Стокас, Олег Жуковский, телеканал «Юрган», Сыктывкар.